Можете значит, сильно посильнее, если есть риск, потому что сильный ветер закатить где-то на яхте, либо еще где-то, чтобы он не слетел, да? Если вы катаетесь на яхте. После чего у нас остаются два узла. Здесь слетел резиночку здесь подшить. Каждый из них, ну, вот так сворачиваем. Ну, все. И оборачиваем вам руку с другого. Ну, это же понятно. После этого просто продеваем. Получилось один. Вторую часть мы также закручиваем. Можно, в принципе, кости даже вовнутрь. И продеваем. Видео? Если у вас есть какая-то декоративная булавка или брошь, можно этим железом обычно бдить вулкан. Алла, можно про себя ближе стать? Таню розочку сделали, даже Таню, Катя тебе сделала.